Доброго дня, дорогие друзья, комрады, все оставшиеся люди добра. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня третий день отпуска. Радуюсь, как ребенок, отоспался. Накопились немножко домашние дела, ну, потихонечку разгребаюсь. Ну, заодно буду выбрасывать небольшие обзорчики. Вот хочу с вами поделиться интересным модом трактора. Потихоньку собираю трактора в разных вариациях. На сей раз у нас импортный трактор в категории малые трактора. Вот такой интересный агрегат Castle 1255-14551 ген, да? Castle-овские трактора собираю. Вот, мне кажется, появился такой интересный, ну и достойный вариант в модхабе. Вот с вами вместе, точнее, не так, просто я уже смотрел до этого, просто хочу вам показать, может быть, кому-то понравится, это будет для вас хорошее приобретение. Итак, погнали. Начнем с покраски. Здесь нам предлагают две вариации: цвет обода и основной цвет. Ну, основной цвет, я не знаю, насколько он основной. Может быть, чуть ярче возьмем. Он красный. И цвет обода. Ребят, немножко горло пересохло. Извините, там у меня это присокивание будет. Можем черный, серый и белый. Давайте между черным и белым возьмем серый. Пока вот так. Следующее, что мы можем здесь посмотреть, это бренд колес. Есть несколько марок. И у каждой марки есть свои вариации. Давайте я вот на это определюсь. Уже там сами разберетесь, что вам больше нравится. Следующее. Можно здесь вешать переднюю навеску. Ну или какие-нибудь утяжелители. Точнее, один. Так, вот это систем, по-моему, это что-то с глушителем, да. Тоже есть несколько вариаций глушителя. Так, смотрим. Давайте вот такой возьмем. Да, вот такой я возьму как-то. Чем проще, тем лучше, мне кажется. Тем сложнее конструкция, тем больше она ломается. Следующий — это двигатель. По дефолту у нас стоит двигатель 1255XL 1981 года. Крутящий момент 92. 125 лошадей, 200 бак-литров, 40 км в час. И второй двигатель, который у нас есть, здесь уже 1455XL СУ, тоже 81 года. Увеличивается крутящий момент до 107. Увеличивается лошади, 145 лошадиных сил. Ну, все остается по дефолту. Вот наши красавцы. Залазим, смотрим. Так, вот этот у нас, по-моему, 125 лошадей. Мне просто интересно, отличается ли звук двигателя. Запуск. Такой сигнал, такой запуск двигателя, такое звучание двигателя. Еще раз. Вот так звучит. Так, смотрим этот. Ну, по-моему, одинаково. Да. Ну ладно, сейчас сюда сели. Дальше. Смотрим анимацию света, приборной панели, ну и всего остального. Нажимаем F11, любимую клавишу. Я всегда начинаю с дворников.
что, как я заметил, если дворники работают, это уже более-менее говорит о том, что более-менее заговорюсь. Это говорит о том, что нормальная моделька, как правило. Потому что на дворнике обычно никто не заморачивается. Ну, не по сути, никакой роли в игре не играют. Только визуальная составляющая. Так, рабочие. Для меня это, как правило, хороший показатель. Следующее. Давайте мы его замажем. Замараем, как правильно сказать. Замарашка у нас, в общем. Так. Ну, вот так он у нас марается. Следующий износ. Так. Ну, внешне, по крайней мере, есть старение техника, изнашивание, как хотите, называйте. На стекла внутри ничего не влияет. То есть есть модельки, на которые износ влияет. Например, видимость ухудшает, там стекла затуманиваются, что-то такое. Но здесь пока никак. Так. Хорошо, смотрим кабину. У нас что-то есть. Вот две мышки нажимаем. А, смотрите. У нас, оказывается, можно открывать-закрывать дверькой. Дверьку. Дверь. Тут мне сегодня детский сад. Заднее стекло. То есть двумя клавишами мышки. Нет, только левую и правую. Левую дверь и заднюю дверь. И все. Больше ничего нельзя. Вот так. С этим разобрались. Теперь смотрим свет. Да будет свет в нашем ночном царстве. Мира и добра. Запускаемся. Ага, работает вроде. Так, включаем. Так, анимация поворотника. Левый, правый. Есть, в кабине не вижу. В кабине не вижу. Может быть, где-то тут. Вот такая анимация в кабине. Кстати, зеркала рабочие, по-моему. Но нерегулируемые. Смотрим снаружи. Это у нас левый поворот. И это у нас правый поворот. Задний ход. Да, стоп-сигнал отрабатывает. Угу. Смотрим освещение. Задний, передний. Еще раз. Передний, задний. Дополнительное освещение. Но по свету, по идее, должно хватать. Сейчас быстренько проедем. Посмотрим, как он в управлении. Блин. Так ездить не надо, называется. Права купил, трактор не очень, да? Ну вот, свободный ход есть. То, что я всегда, я так назвал, это когда отпускаете педальку газа, он катится. Лево-право, в принципе, очень хорошее управление. Те, кто играет на клавиатуре, ну, вам он понравится. Мне уже он нравится. Ну, следующие наши, можно сказать, полевые испытания. Смотрим, как ведет себя подвеска. Запускаемся. Поехали, сказал Гагарин. Так, передняя вот хорошо работает. Ну, это уже нормально. Так. Из анимации сразу видно, сиденье анимировано, педалька анимирована. Газ, тормоз. Сейчас заедем еще проверим. Здесь посмотрим. Видите, да.
Так, пассажир в кабине адекватен. Да, сиденье анимировано. Головой крышу не пробивает. Иногда макушка вылазит в люк. Видите? Ну, вот такое у нас детское счастье.